Кинофестиваль «Владимирская вишня» проходит в нашей области уже второй раз. И в этом году приобрел особый масштаб. Организаторы обещают познакомить зрителей с хорошим детским кино, которое не только развлекает, но и учит добру. Этот фестиваль имеет важное значение, потому что именно перед самым Новым годом, в канун самого семейного и доброго праздника Нового года и Рождества Христова, мы постараемся порадовать и теплыми творческими встречами в 8 городах с артистами, с показом добрых семейных и детских фильмов. В рамках кинофестиваля зрители смогут увидеть 23 фильма из разных стран, в том числе познакомиться с лучшими современными короткометражками. Многие из этих картин уже успели завоевать призы международных кинофестивалей. А после показов пройдут творческие встречи с известными российскими и зарубежными деятелями кино и театра. Счастлива, что фестиваль здесь, потому что он, конечно, необходим. Сразу вспоминаешь наше все-таки то старое хорошее время, которое, к сожалению, ушло. И я не знаю, дай бог, чтобы оно возродилось. Я имею в виду кинематограф, и особенно в детском. Первыми зрителями фестиваля стали студенты ВЛГУ. Сегодня в рамках проекта «Короткие шедевры» они увидели 7 короткометражных фильмов о любви, счастье, проблеме выбора. Несмотря на то, что сессия в разгаре, студенты показ не пропустили. Месяц назад мы ходили на кинофильм, тоже был кинофестиваль, и нам очень понравилось. Я надеюсь, что этот раз тоже будет интересно и захватывающе. Кроме Владимира, кинопоказы в эти выходные пройдут в Коврове, Кольчугино, Курлове, Суздале, Александрове, Юрьев-Польском, Вязниках и Гороховце. Карина Трошенская, Артем Горчаков, 6 канал.